Настоящий мужчина – это мужчина с большой буквы для меня, да? Настоящий мужчина, он должен поверить женщине. Если он верит женщине, то он, она ему становится интересной, он участвует в ее жизни, он защищает ее. Моим настоящим мужчиной является отец, потому что он пример всем моим остальным мужчинам. Сильный, смелый, добрый. Настоящий мужчина? Ну, для меня это защитник в первую очередь. Не знаю, но он должен быть сильный и смелый, и умный, и должен уметь принимать решения. Настоящий мужчина – это честный, добрый. Ну, что я еще могу сказать? Любящий, любимый. Настоящий мужчина – это добрый, сильный, порядочный человек.